перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Два человека наблюдаем. Мы на дерзкой площадке. Дерзкая площадка нас раскачивает, раскручивает. Началась раскрутка. Раскрутка до Гуды Джаз. Вот нас сейчас раскручивают. Йо-йо-йо. Скоро мы появимся в трендах. В топах. Короче, мы хотим сделать разоблачение. Разоблачение. Разоблачение рэпа, короче. Рэп на самом деле не существует. Никакого рэпа нет. Никакого рэпа нет. Это все, короче, Грудинин со своим колхозом. Совхозом. Он специально подослал фараона, Фейса. Они их вырастили у себя на грядках. И типа рэп существует. Но на самом деле... На самом деле это просто пустота. Вот рэп, он был тогда, когда был Steam. Отключите интернет, например, и включите любой клип рэпера. Его не будет. И все, это понятно, что рэпа не существует. Вот так вот. Такое вот разоблачение. Грудинин. У себя в погребе вырастил интернет, всем его подкинул, кинул он этот интернет, и типа рэп существует. Ну да, но его нет на самом деле. Нет, это все. Рэпа нет, интернета нет, хип-хоп это вообще легенда. Так что только мы существуем. И только мы можем вам дать настоящий музыку. Настоящую музыку. Это вот не миф, это мы вот заявляем. Вступайте в партию такую-то. Час. Вступайте. Будьте, вы не прогадаете. И все будет у вас на высоте. И все будет у вас. Да гуда! Воу! Покатили. Покатили. Нам почти по 30 лет. Как говорится, в этот знаменательный день поехали. Сегодня поехали. День космонавтики. Я раньше в детстве думал, что день космонавтики это типа вот космонавтики, это типа маленькие космонавты. Маленькие космонавты. Типа день космонавтики. Космонавтики. Так, подожди, тут пора на вопросы отвечать. Давай, вопросы задаем. Задаем вопросы. Так, ответь. Когда новый клип? Не знаем. Hello. Киров, конечно, приедем в Киев. В Киеве, кстати, мы будем. Йо-йо, мы будем в Киеве. Какого числа? 20-го. В 20-х числах мая мы будем в Киеве. Так что ожидайте нас у себя в гостях. Будет очень круто. Мы будем батлить. Нормально на этот раз. На этот раз будет я, все. Я буду на этот раз нормальный. Вот, ну-ка покажи, какой ты будешь. Вот нормальный. Такой. Серьезный такой будет, смотрите. Не буду факи особо показывать. Особо. Чуть покажу. В общем, будем биться против Гиги и Марула. Кода Киев. Так что будет очень круто. Вот это будет музыка. Это будет музыкальный батл. Крутой музыкальный батл. С панчами. С флоу. Никакого рэпа, потому что рэпа не существует. Никакого меня плохого. Только я хороший. Ну и я
стандартный. Ты на максималках, я на максималках. А то в интернете сейчас два батла, где я на минималках. И... Ну, это типа первые мои два блина. Два первых блина кому. Которые я только-только научился печь. И тут, бро, блинчики любишь? Блинчики. Слабо нарвать на битах. Почему? Давайте закроем эту тему. Я потому что, короче, был болен. Тема был сильно болен. На самом деле наше участие было под большим вопросом, но так как мы не могли подвести организаторов, не могли подвести команду соперников и все, кто купили билеты посмотреть на все это, мы проявили уважение ко всему, ну, ко всему мероприятию. Немножко не вывез, и мне обидно и стыдно перед вами, перед всеми. Я обещаю исправиться. Просто 100% это произойдет. Так что, ребята, будет все круто. Ожидайте. Вы знаете, что я могу. Теперь я еще и должен. Что говорят? Так, пишут, когда концерт в Алматы. Кстати, нужно сделать концерт в Алматы. Последний раз, вот, допустим, мой сольник, да и вообще такой сольник Дагуды, это когда? В году 2014? В этом, в Дубаях. 2014 год это был. Презентация, кажется, альбома дуэта, а больше ничего не было. Надо сделать. Сейчас у нас много движухи, короче. Мы из летаргического сна проснулись. И мы будем частенько выходить в эфиры. Мы вот сейчас на студии. Каждый день ходим на студию, как на работу. Пишем крутой материал. Записали один трек, прям очень нравится. Еще нет. Там, ну, человек 20 его послушало из нашего окружения. И просто 20 лайков. 20 лайков еще таких. Собрали. Смачных. 20 лайков собрали. Чисто среди своих. Но все, ну, нужно это прекратить, кому-то показывать трек. Да. Потому что счастье. Или не счастье любит тишину, а что-то типа такого. Ну да. Вот этот шарик по чуть-чуть уменьшается. Да. В общем. Скоро будет. Есть вопросы? Привет, говорит. Астанинский батл видели? Гига и Марул вас выиграют, говорит. А это мы посмотрим. Так, бит любит тишину. Астанинский батл видели, если вы про топ-флоу. Ну, нужно топ-флоу подтягивать, кажется, качество всего. На битах там? Да, там на битах, кажется. Ну, я видел на битах. Есть вопрос. Так, ставлю 100 баксов, говорит Рамис Шакиров. Солнечный, где Тёма? Солнечный? Тёма здесь. Где солнечный? Вот Тёма, солнечный Тёма. Это я, солнечный. Салам, Бишкек. Vape Store Hamster. Привет. Чуваки, кто есть в Актюбинске, залетайте в Vape Store Hamster. Там просто круто вас научат. Вейпить? Вейпить, как это правильно делается. Вот меня научили, я, например, этим иногда занимаюсь. Что там говорят? Блин, ничего не видно, на солнце вообще не работает iPhone. Так, привет. Опа, как всегда, телефон садится. О, нифига здесь, что можно сделать этот? Лица типа? А, нет. Добавить кого-то. Ну давай кого-нибудь добавим одного по-быстрому, да? Кто там? Кого мы знаем, может? Team from the Sun, что ли, это? И это же Тимоха. Go Тимоху добавлять. Давай. Тимоха. Родненький. Секундочки. Тимоха! Как вы, родные? Ну, прекрасно. Как вы? Да все отлично. Батл сегодня посмотрел на работе. Четко. Качнули. Ты что, на Росане? Не, я на работе сижу. Делать нечего. На про... Чай. Чай Калиста. Реклама. Покупайте чай Калиста. На улице же холодно. Вы что, не замерзли? Вы в Алмате живете или где? 20 градусов.
Из тени ходите? Да, вот на я просто работаю, там прохладно. А это вот там, да? Где раньше? Вот. Да, да, то же самое. Луганщина. Вот. Вот когда Карамелька в этот в сеть уже попадет? Ну, сейчас мы... А ее... что, Тимоха тоже слышал Карамель? А кто знает про Карамель? Откуда вы знаете про Карамель? А мне Тёмка говорил. И вы, у вас там в сторис чуть-чуть вот так вот мелькнуло, короче. А, ну да, да, точно. В сторис спалили, да? Ну я-то такой прям... Скоро уже, мы уже... На все внимание обратил. Новый, да, саунд какой-то новый, стайл, что ли, идет. Ну, в общем, скоро, скоро добьем. Ладно, все, мы, короче, вообще, отрубаем. Да. Все, все, отлично. Хорошего дня всем. Спасибо, Иван. Плохо вам особенно. Рахмет, Рахмет, пацаны.